каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. По сообщению регионального отделения Пенсионного фонда, с 1 февраля пройдет индексация ежемесячной денежной выплаты для федеральных льготников. Размер индексации составит 4,3%. Именно столько составляет индексация за предыдущий год. Соответственно, на этот процент и повысятся все федеральные выплаты. К ним, в частности, относятся выплаты героям СССР и России, ветеранам, полным кавалерам Ордена Славы, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварий и ядерных испытаний. К федеральным выплатам также относятся пособия на погребение. Федеральные льготники, имеющие право на получение набора социальных услуг, могут выбрать получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и по частям. С 1 февраля 2019 года стоимость набора социальных услуг составит 1121 рубль 42 копейки, в том числе обеспечение необходимыми медикаментами 863 рубля 75 копеек, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний 113 рублей 62 копейки и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно 124 рубля 5 копеек. Кроме того, с 1 января текущего года размер ежемесячных выплат и средств материнского капитала вырос на 300 рублей. Отмечается, что для семей, обратившихся в пенсионный фонд в прошлом году, размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка за второй квартал 2017 года. Для семей, обратившихся в пенсионный фонд в 2019 году, размер выплаты будет равен прожиточному минимуму ребенка на второй квартал 2018 года, это 10 655 рублей. Напомним, что ежемесячная выплата устанавливается на один год, и по прошествии этого времени семье необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда, многофункциональный центр или направить заявление через личный кабинет гражданина, чтобы подать новое заявление о предоставлении средств. К слову, в Туве на сегодня около 200 семей уже получают выплату из средств маткапитала. Общая сумма выплат составила более 16 миллионов рублей. На территории благоустройства продается коахемский уголь в мешках. В пересчете на тонну при цене мешка угля 300-350 рублей уголь уже стоил 7500-8750 рублей за тонну. При этом отпускная цена с разреза составляет 2754 рубля за тонну. Выходит, что перекупщики, выполнив минимум действий, продают уголь в 3 раза дороже. При этом большая часть перекупщиков официально даже не являются предпринимателями, соответственно, не платят налогов в казну. В целях исключения установления сверхзавышенных цен и несправедливых манипуляций с качеством и весом фасованного угля, мэрией города Кызыла организована на базе благоустройства продажа угля 185 рублей за мешок или 210 рублей с доставкой. С данной точки продажи ежедневно реализовывается более 10 тонн угля. При необходимости и наличии завышенного спроса со стороны жителей в дальнейшем планируется увеличить количество точек продажи фасованного коахемского угля. Данная мера направлена на социальную поддержку населения Кызыла и установление прозрачных и оптимальных условий купли-продажи угля населением. Одним из показателей социальных гарантий по оплате труда работников, согласно статье Трудового кодекса, является минимальный размер оплаты труда. МРОТ устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом. Таким образом, с 1 января текущего года МРОТ по всей стране увеличился на 117 рублей. В Туве на сегодня МРОТ составляет 11 280 рублей в месяц для работников бюджетных организаций и для работников в небюджетной сфере 12 000 рублей в месяц без учета.
учета районных коэффициентов и процентных надбавок заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Это означает, что минимальная заработная плата работников, отработавших полную норму рабочего времени с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок, не должна быть ниже 21 432 рублей и 22 800 рублей соответственно. И о курсах валют. Доллар стоит 66 рублей 1 копейку, евро 75 рублей 3 копейки. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595-555. Игорь Письменный, Наталья Громушкина, Денис Рожков, Константин Соловьев и Татьяна Абрамова в комедии «Притворство и любовь». 11 февраля в Национальном театре. В Пихемском районе осужден мужчина, пытавшийся запугать землячку оружием. Пихемский районный суд Тувы вынес обвинительный приговор в отношении 49-летнего жителя поселка Ленинка. Он признан виновным по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», «Хулиганство, совершенное с применением оружия» и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений». Судом установлено, что в апреле прошлого года мужчина, будучи пьяным, подъехал на лошади к дому соседей. После того, как хозяйка дома высказала свое недовольство по поводу его поведения, подсудимый пригрозил ее убить и произвел 3 выстрела из охотничьего карабина в окно кухни. Мужчина был задержан прибывшими на место сотрудниками полиции. С учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Студенческий десант высадился в региональном министерстве внутренних дел. В мероприятиях приняли участие студенты Тувинского госуниверситета, политеха и транспортного техникума. Знакомство студентов со службой в органах внутренних дел началось с посещения Центра кинологической службы. Наше направление в основном это раскрытие преступлений по горячим следам, по запаху следу человека. У каждого человека свой запах. Он не состоит из запаха пота, да, грязных носок, либо чего-то еще. Нет, наш запах уникальный, находится в нашей крови. У каждого человека он неповторим. Точно так же, как отпечатки пальцев. То есть 10 минус 16 степени вероятность ошибки, совпадения. Даже у братьев-близнецов, у любых близнецов, запах крови разный. У каждого свой запах. Следующим этапом экскурсии стало посещение экспертно-криминалистического центра ведомства. Молодые люди узнали о компетенции экспертов, о направлениях деятельности подразделения, а также в целом об экспертной деятельности. После студенты побывали в специальной комнате, оборудованной для отстрела изъятого оружия, где им продемонстрировали установку для определения скорости полета пули. Студенты ознакомились с тонкостями дактилоскопии. Им показали, как проводится сканирование следов рук с использованием специального оборудования. Дактилоскопический порошок. Порошок, да, применяем черные геометрические поверхности для того, чтобы выявлять следов рук. Вот такой порошок. Соответственно, берем порошок черного цвета или серого цвета, там, магнитный порошок. А магнитный порошок это магнитный кисть называется. А если не магнитный порошок, соответственно, как шутка, да, кисточка берем. В рамках акции студенты побывали в госавтоинспекции. Программа визита студентов предусматривала посещение экзаменационного класса межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела. В рамках десанта полицейские рассказали студентам о порядке и правилах сдачи экзамена на право управления транспортным средством. Сегодня завершилась акция «Студенческий десант». Мне больше всего понравилось, как мы в ГИБДД сдавали тест на знание правила дорожного движения. Все участники акции награждены ценными подарками с символикой Министерства внутренних дел Тувы.
С начала года в Туве зарегистрировано 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания вирусным гриппом. Всего с начала эпидемиологического сезона с 1 сентября выполнено более 4000 лабораторных исследований. Отобрано около 400 проб от больных. В целом заболеваемость ОРВИ и гриппом в республике ниже пороговых значений, однако наблюдается рост заболеваемости. Рост доли зараженности гриппом А отмечен по всей России. Растет также активность вирусов негриппозной этиологии. Всего за третью неделю с начала года в Туве зарегистрировано чуть меньше 850 случаев обращения в лечебно-профилактические учреждения с признаками гриппа и ОРВИ. В сравнении с предыдущей неделей рост заболеваемости составил 72% или 11 случаев. В связи с прогнозируемым подъемом заболеваемости, управлением Роспотребнадзора региона рекомендован контроль готовности к перепрофилированию конечного фонда соматических стационаров для госпитализации больных. В амбулаторно-поликлинических учреждениях рекомендовано организовать по возможности раздельный прием пациентов с признаками ОРВИ, максимально осуществлять обслуживание больных на дому. Должен быть обеспечен неснижаемый запас противовирусных и антибактериальных препаратов, средств индивидуальной защиты. Руководителям образовательных, социальных и детских учреждений, рабочих коллективов рекомендовано обеспечить утренний фильтр с немедленной изоляцией лиц с признаками заболевания. Руководителям образовательных и детских учреждений рекомендуется вводить ограничительные меры в отдельных классах или в учреждении в целом в случаях отсутствия 20% и более детей по причине гриппа и ОРВИ. Очередной сезон квеста «Замес майонез» подошел к завершению. Всю неделю специализированный магазин «Химтоп» радовал слушателей радиостанции «Голос Азии» своими подарками. Вот и сегодня в эфире прозвучала загадка, разгадав которую, можно было получить приз. А и Б сидели на трубе, А и Б смотрели в яркий купол. И другие буквы в бане. Где-то здесь ищите Николая. «Замес майонез». В Химтопе есть практически все для того, чтобы в вашем доме всегда царили уют и чистота. Каждый продукт от мыла и порошков до детских салфеток и шампуней сертифицирован и безопасен для всех членов семьи и животных. Закупайтесь с пользой. Химтоп, улица Аюна Курседи, 103/2. Телефон 663-53. Меха дивные, меха чудные, настоящая золотая пушнина и совсем не за горами. В Кызыл приехала меховая выставка «Ангелина Сэм» с новейшей коллекцией «Зима-2019». Современность пестрит обилием, а вы по-прежнему находитесь в поисках той самой шубы мечты? Тогда вам точно сюда. Выставка «Ангелина Сэм» – это огромный ассортимент эксклюзивных моделей шуб по привлекательным ценам. Астраган, норка, мутон, лиса, нутрия и бобер. Всего более 10 видов меха. Размерный ряд также не оставляет равнодушным – от 38 и до 74. Быть может, именно здесь вас ждет то самое идеальное зимнее одеяние или изысканный головной убор по привлекательной цене. Шага ведущая «Ангелина Сэм» – фабрика за шубы. И еще, не стоит откладывать покупку, если вы уже выбрали подходящий вариант, но временно не располагаете необходимой суммой. На выставке всегда можно оформить рассрочку или кредит в любом из банков-партнеров. Приходите на выставку шуб «Ангелина Сэм», и вы увидите, высокая мода и качество доступно каждому. Торговый дом ЦУМ, цокольный этаж, улица Тувинских добровольцев, 22, с 22 января по 27 января включительно. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Продлевать срок займа можно бесконечно! «Отличные наличные» – удобные условия по займам. По республике переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Местами порывы до 14 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 31, минус 33 градуса. Днем минус 21, минус 23 градуса. На дорогах гололедица. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные. Удобные условия по займам.
В новом номере еженедельника Тува ТВ Инфо читайте, что, где, когда. Краткий обзор событий в Туве за неделю. Как будет проходить шага? Ознакомьтесь с планом мероприятий. Сопоставима ли прибавка к пенсиям и зарплате с повышением тарифов и цен? Внешне красиво и внутри. Рассказ о том, как построили спорткомплекс в Байхаке. Путешественница баба Лена скончалась на 92-м году жизни. Ее памяти посвящается. Пьющая мать, горе детям. Материалы программы «Патруль» на страницах еженедельника. Почему мы помним Аркадия Гайдара? И еще много интересного. А также тибетский календарь, погода, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрыша лотереи, ТВ-программы, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявление, то Тува ТВ Инфо.